Я так запомнил. Ну, так, ну хорошо, спасибо, я проверю это все. Шире посчитал конкретно, классный. Да. Спасибо за совет. Жаль, что ваш сайт не дает мне возможности говорить. Похоже, так, это от кого? Это... Гречков опять, он не может никак говорить. Микрофоном или, не знаю, чем, в общем, сказать ничего не может. Ну, вот, он ничего не говорит. Ну, первый раз он говорил, да. А, микрофон не включил, наверное. Да он как-то не умеет. Я вот не знаю, выступал или нет. Он должен был выступать в субботу, там есть один семинар такой. Я вчера тоже хотел послушать Сапира, но как-то я был, надо было мне готовиться и все. Сапир вчера выступал на семинаре. Он рассказывал про примеры групп, у которых функция Дена квадратичная, а проблема сопряженности неразрешимая. Это наше совместное, да? А, это просто, да, Саша. Ну, я думал, он что-то дополнительно рассказывает. Но это же у вас была уже статья, да? Или нет? Она скоро выйдет. Она была в этом, в архиве. Ну, я ее видел просто. Ну, этот результат я помню. Это та статья, оказывается. Видимо, да, да. Я не был на семинаре. Не слышу, можно я погромче какой-то? Вопрос был о том, какие свойства меняются при отношении. Ну, какие конкретно свойства? А, вот ты имеешь в виду вот проблемы равенства, да? Или что? Да. Проблемы равенства. Видимо, там, аппроксимированный взгляд сохраняется, да? Проблема равенства, это, наверное, разрешимо. А что она, куда она денется? Наверное. Ну, у Нейманов разрешимо. Они про это писали или нет? Кто не писал про Неймана? Сейчас не помню. Ну, там, по-моему, никто этого не писал никогда. Я тоже не помню. Ну, там были группы черные, поэтому там не так интересно. Так, Гришков проявился. Гришков, ты что, слышишь? Шура, у тебя все включено. Это Денис Овчинников. А он что, только пришел, что ли? Нет, он с самого начала был. А, с самого начала. Ну что, Алексея так и не было, что ли? А он мне прислал на почту, что он извиняется, но присутствовать не может во время доклада. Не смог подписал. Ну ты посмотри, а? Он скрывается просто. Его Трамп хочет поймать, наверное. Вот скрывается. Ну что у нас в следующий раз будет, Саша? Ну, по расписанию, по. Ну, у нас Марина Шведерский доклад. Марина Владимировна, вы слышите нас? Да, да, слышу. Ну, давайте тогда запланируем, как хотели, на следующей неделе ваш доклад. Ну, давайте, если никого нет больше.
Нет, на самом деле есть, но... А я вообще всех могу пропустить вперед. Без всяких условий. Ну, все будут идти долго, два там. Ну, как хотите. Если, значит, мне поступает команда делать доклад, то я делаю доклад. Паша, в ближайшее время будет это сообщение. И там, из него ладно, помогает. Хорошо. Ну, тогда надо аннотацию прислать, там, что еще сделать. Ну, я да, обновлю аннотацию. О чем конкретно я буду говорить, я пришлю. Ну, вот наши гости, ну, не гости, вот участники новые, вдруг они тоже захотят. Да. Мы приглашаем, если будет желание, мы с удовольствием послушаем. И Шанского, Кавьяна. Ну вот я вижу, Аня Агенко, это моя бывшая студентка, но у нее не включен микрофон. Она в Германии живет. Она не может его включить. А-а-а. Позовете, я с удовольствием тоже послушаю. Аня, так вот включила же? Да. Ну, камеры нет. Нет, камеры нет. Если что, с удовольствием. Если позовете на доклады, я с удовольствием подключусь и послушаю. Мне было очень интересно. Хорошо. Вот Саша включит в эти список. Ну, мне нужно брать друг. Это я ей послал приглашение. Пишите мне. Я еще хотел Лепенчинцева послать, но что-то в последний момент так и не нашел. У меня что-то его этого нет. И так и не позвонил. Он просился. Ну ладно. Я еще посылал Будкину, Кислицыну, но они, их не было, да? А вот я вижу, Таня Бонич и Матвей были здесь, да? Матвей были, да. Они были здесь. Вот они послушали меня. Мы тогда на сегодня закончим. Что вы говорили конкретно про... Ты последнее слушал про этот квадрат? Да. Вот что можно делать? Ну вот, тут есть ряд вопросов, можно было бы вам заняться. Ну ладно, я тогда напишу, что я имею в виду. Ага, хорошо, тогда. Хорошо, мы тогда будем ждать. Да, кстати, Таня, Матвей, там деньги получите в начале недели. Хорошо. Это все получат в начале недели, да, Саша? Да. А, еще здесь Вадим есть. Ну, он уже ушел. А, он, наверное, покручивает сейчас, я туда залил процесс.